Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Это мы и откроем, это мы и закроем. 415-я база, ответьте. Всех призраков мы найдем. И в штанишки мы насрем от страха, от страха. Там гул есть. Бегдер! Тихо. 415-я база, ответьте. Не щелкай ими, пожалуйста. Ох, ебать. 415-я база, ответьте. Я вообще не выкупаю какой-то электрической хрень работу. Блять, еблан. Я тоже. Не надо, Вов. Что не надо? Щелкать выключателями. Опа, тихо. Пиликнуло. Вот здесь двушечка. Опа, 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 тихо, Вовка. Четыре. Это четыре. Ебать! Креслица подвинулась. Я такой, кто там скребется? Ох, блять! Пизды дам. Сука, ебать! Ебать! Ох, это хорошо было. 415-й, я базы, не отвечайте. Опа, стоп. О, пятерочка была, была пятерочка. Короче, отпечатков нет, а МФ есть. Да Вов, блядь. Так, кажется, все-таки нужен фонарик. Типа, ты наведешь? Блядь, что было? Ку-ку. Ку-ку, мой сладкий. Алло, жопа, жопа. Пойдем, жопа. Жопа. Жопа, жопа. Эй, жопа. Мистер Бомбастик. Жопа, появись. Кто родился в жопе негра, отзовись. Бэ, 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 бэ. Выходи. Эй, не хочет уходить, да? Бэ. Ох, блядь. Ну это уже было. О, говорит. О. Эй, го базарить. Йоу, я видел, ты там. Рисуночек, Вов. А как он? Я просто сюда поставил. Вот только что недавно прям. И сразу. Нет, ну ты видел, как появился рисунок? Нет, я поставил, отошел в этот, как его, в комнату. И херак. Рисунок на холсте. Мари, либо Йокай. Блин, я сейчас сдохну. Ох, ебать, ох, ебать. Я думал, она меня убивать пришла. Вот сейчас меня пробило. Сучка прямо возле меня появилась. Что-то двигается там. Ох, нихуя себе, ты видишь это? Выходи. Вот здесь проверь эктоплазму сейчас. Звуки есть, все есть, ни хрена нету. Че вот она от нас хочет еще? Я думаю, что надо мясовую температуру просто исключать и все, и идти. А если носовую температуру оставить, а убрать следы эктоплазмы и микрофон, тогда это Мари. Вот и вопрос, Йокай или Мари? Можем разные взять. Давай тогда я Мари беру, ты Йокай. Что знаем. Ух, блядь. О, кто-то из нас угадал? Похоже. А в тот раз я угадал. Там на полу были красные хрени, а это просто летающие. Ой-ой-ой. Меня сейчас сожрут. Нет, все, я валю отсюда. После того, как мы его обезвредили, по-моему. Даже не знаешь, сажать. Мы... Куда бежать-то? Вот. Вот он летает для того, чтобы мы его сфоткали, я так понимаю. Мне кажется, меня сейчас сожрут, Вов.
За тобой монстрик бежит. Да? Да, да, но он уже исчез. За тобой монстрик, говорят, бежит. Так, ну да. За тобой монстрик бежит. Вот, теперь ты угадал. А я не нашел, значит, опять ни хрена. По той же тактике действую? Ну да. И что? Хватит соседом баловаться. Это тварь балуется. Я ей говорю. Как она любит свет включать. Ящиками двигать. Блять, кресло ездит. Ящики двигаются. О, пятерочка. ЕМФ 5. Ставим галочку. Ну все, выкидывай этот прибор, бери другой какой-нибудь. Ебать, ты видишь? Да. Нихуя себе. Может, на камеру надо заснять? Блять, да ты заебал. Иди сюда, эти, сука, отдохну. Ух, блять. Вот это было жестко. Ебать, еще один скример. Два скримера подряд. Он тут. Таракан пищит. И он считал. Раз, два, три. Три, два, один. Ох, блять! Ебать, ты что за тварь нахуй? Реально активен. Бля, вот сейчас у меня пиздец какой-то начался. О, мне пизда. Ну ладно, я, пожалуй, пойду отсюда. То есть он сейчас, когда тебя убивал, он появился в образе мелкого такого говнаря. Mm-hmm. И мы его раньше видели чуть-чуть ранее. Подписывайся на мои соцсети. Ссылки в описании.